Вітаю, це студія репортер. Мене звуть Костянтин Гречани. Як виживати малому бізнесу під час повного локдауну? Тема нашого сьогоднішнього ефіру, і ми будемо говорити з Борисом Емельдешем, головою громадської організації, все Українська професійна асоціація підприємців. Вітаю вас, Борисе. Добрий ви на минулому тижні проводили автопробіг. Так, і власне, за підсумками якого передавали е, звернення своє до облдержадміністрації, чого ви вимагали від влади? Чи почула вас влада? Да? І власне, ну от які наслідки вашої акції, яку, до речі, наші телеглядачі протягом ефіру зможуть бачити, також в нашому полі вікні? Ну, Цель нашої акції була, як как би, бы, прив'ячка внимання к тому, що карантин. Носит такой избирательный характер. То есть есть бизнес, который э, работает, и ему кабинет министров разрешает это делать, а есть бизнес, которому запрещают. Э, почему одному бизнесу работать можно, а другому нельзя, то вот э, мы до конца понять не можем. Вот, то есть как, по каким критериям было определено, что э, вот, допустим, строительный рынок, допустим, не может работать или вещевой рынок не может работать? а продовольствие, например, может работать там, супермаркет, в котором продается смешанный ассортимент полностью там все, там, может работать, в том числе и продукты, а, допустим, вот рынок с таким ассортиментом не может работать. Вот для меня это такой вот как бы нонсенс, поэтому, ну и как для предпринимателей, поэтому это вызывает такие вот возмущения, вызывает непонимание, вот когда непонимание, тогда оно приобретають форму от таких от акцій протеста. А як ви сформулювали власне от ваше звернення до влади, щоб вам пояснили, чому можна чи не можна, чи щоб дозволили е працювати, послабили карантин? що от, власне, що ви хотіли у нас? У нас написана резолюція, де ми що в принципі ми хотіли? Ми хочемо, щоб е бізнес працював, не смотря на от, ситуацію зі статистикою. Тобто, щоб то вже в крайній случаї закривалися. Почему? Потому что э, у нас э, видим, да, что есть дефицит в койках. Ну, и, то есть опять причина это недофинансирование. Если э, вот это недофинансирование будет продолжаться, вместе с тем, что бизнес закрывается, то, ну, это это коллапс. То есть это вот воронка, в которую затянет страну, и она потом из нее будет выйти тяжело. Поэтому мы когда были на переговорах в облгосадминистрации, мы объяснили, то есть, что... С кем сита... самым Гой Константин Геннадьевич, что ну, вот эта ситуация с, с, с пандемией, она вот уже год идет и она не закончится там, вот как мы выйдем с красной зоны. Вот у нас носят вот все эти запреты, они носят такой, знаете, такой хаотический характер, да, вот как... Как пожарная команда. Вот раз красная загорелась, все, все, все нельзя. Только красная зона, то есть вот эти, по, по статистике мы уже относимся не к красному уровню, а там оранжевый, желтый, все сразу, все работают. И опять, опять ждем, когда мы пойдем в красную зону. А вот в этих промежутках ну, никакой профилактической работы не идет, не, не ведется. Ну, мы не видим, чтобы государство как-то пыталось побороть этот вирус. Вакцины нету, тесты платные, перелеты, пожалуйста, люди летают во все, ну, в те страны, которые пускают, пожалуйста, летите. Оттуда возвращается вирус уже мутировавший, правильно? Ну, вот, допустим, с Египта, да, вот с Египта у нас же есть авиасообщение. Вот человек заболел в Египте, привез сюда этот вирус он уже ну, адаптируешься под уже с африканским каким-то штаммом. У нас и, да, и штамм пар, и штамм Великой Британии, он в Украине уже зафиксованный, так что вот, да. получаем, новые штаммы получаем, в Украине Мы получаем новый, новый виток. То есть и, и что? И вот э, мы видим спасение только в том, чтобы, и заметьте, не работает в основном малый бизнес. Вот как ни крути, вот весь карантин, да, вот тыкают пальцем на эпицентр. Он работает. И не вопрос в том, что да, вот э, мы хотим, да, предприниматели хотят, чтобы эпицентры закрыли. Нет, как раз вот эпицентр это пример предпринимателя, который ну, видит э, ну, глупость вот этих постановлений и ну, вопрос задает себе такой: а почему я должен закрывать свой бизнес, потому что кто-то там что-то не додумал и решил, что мне надо закрыться? Мы дали, ну, мы как бы передали свои предложения о социальных дистанциях и э, исследования Стэнфорда о том, какие, да, есть виды бизнеса, которые рискованы. И вот можно было бы пойти, допустим, вот двумя путями. Можно было бы, э, допустим, пойти на такой социальный договор, чтобы весь бизнес в определенный период времени соблюдал дистанцию, соблюдал вот все эти нормы, и э, несмотря на на зонирование, то есть работал. Э, это надо, за этим надо жестко, четко с, это ну, блюсти. Э, за несоблюдение, да, надо штрафовать. Либо э, запрет наложить именно только на, на те виды бизнеса, которые действительно являются рисковыми. Вот, то есть, вот масс, то все, что связано с, со скоплением э, массы людей, вот, ну разные мероприятия, которые вот, вот сейчас вот, ну я сам Одессит, вот День защиты, День освобождения Одессы, я очень хотел отпраздновать, и мало того, мы вот как наша организация готовилась э, нам, к определенным, ну, Организовать нек некие мероприятия по празднованию этого праздника, но мы их отменили, потому что ну, мы несем ответственность за тех людей, которые придут, да, за ветеранов, которые будут ну, участвовать там в этом. Группа рыжих, конечно, да, конечно, те люди конечно, конечно, поэтому вот э, э, мы отменили. Вот кто еще отменит? Возможно, то есть вот вот это мы посмотрим, да, вот как вот в течение вот прохождения красной зоны как вот массовые мероприятия, там какие-то празднества. Вот сейчас Пасха у нас у нас. Вот как мы будем вот, вот с этим, да? вот, будет крестный ход, будут люди ходить без масс. Вот как это все будет проходить? так, же, так само, как и в Монолобу. Правильно. Момента. Если мы выйдем из красной зоны, то вот и мы же никому не запретим. Ну, до, до, Великодня не выйдем точно, потому что, власне, я так понимаю, что червона зона и вводилась с прицелом на Великодние свята. На перші перші травневі свята, щоб ну не дати людям можливість збиратися там десь на природі, піти у церкву, щоб не було от скупчень. Але я розумію, що зачепило в першу чергу це власне вас, якраз підприємців. А на вашу думку, чому от такі подвійні стандарти, про які ви сказали, що там частина великого бізнесу більша вона працює. А малий бізнес, я знаю, що багато вже хто закрився і власне не хоче цим займатися? Ну, закрилось, от. Малых предпри... ну, предпринимателей больше полторы тысячи вот за вот этот вот карантин, вот за mm -hmm. вот это. третью Полта... хвилю, так. Да, полторы тысячи уже ну, прекратили свое существование. Це по месту Одесси, так? Нет, по стране. А, по сути, по, 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 по стране. Задовол. Ну, так это же буквально пару дней. Mm -hmm. Вот за пару дней полторы тысячи именно малых предпринимателей закрылись. А Почему так происходит? Я думаю, потому что просто власть слабая. и не может потребовать вот, соблюдения. Вот помните, был какой саботаж и со стороны мэров городов вот, во время первого карантина. Почему? Потому что ну, тогда опасности никто не видел. И ну, как-то ну, выглядало дуже дивно, когда там, 30, 30 заболевших заболевших ковидом, и вводился такой жесткий локдаун. И мы это же мы были организаторами вот этой вот акции протеста мы вот первая акция началась в одессе 22 апреля была акция в одессе а потом волна автопробегов пошла по всей украине вот то есть вот в этот день когда мы делали то там пять городов и так вот каждый день вот до 6 6 мая мы все съехались в киев и там мы, опять же, со своей резолюцией мы разработали тогда вот эти э, критерии по работе бизнеса в период карантина. Мы это разработали совместно с представителями ЮНИСЕФ и далее. И потом э, вот эти вот наши наработки вошли в постанову Кабмина 392 которая дала мы поменяли тотальный карантин на адаптивный. И бизнес может, смог уже работать. Да, открылись рынки. Вот, открылись и строительные, и продовольственные, и так вот мы потихоньку вот начали работать. Сейчас вводится опять, опять без какого-то, ну, сегодня ситуация со статистикой уже немножко другая. Но там, рынке с кем Ну опять какркак роботу то та роботу, то, то не роботу. то ринки договорились, які то не договорились. Ну я на вихідних був на привозі. Мені просто було цікаво. А, Нічого не потрібно работает. було привоз. Так, там там така цікава річ. Іде, от речові ці ряди, так де одягом переважно торгують. Сигнальна лента, сигнальна стрічка, і там напис працюємо тільки на виніс. Ну, no, дивно, а як вони ще можуть працювати? Ну no, да, продавець виніс. Да, no, ну no, просто <губ> така, знаєте, дурість ніби, але формально. Ну, це ж Одеса. же мало того, я вам скажу: що якщо рассматривать, допустим, ринок привоз як цільне підприємство, закрываешь на ринок, як підприємство закривають. Якщо це ринок смешанного типу, Ну, то есть как ты его закроешь, если там работают, ну, привоз это, ну, 90% это продукты питания. Вот как ты можешь закрыть такой рынок, ну, да, там 10% работают вещами. То есть если смотреть в целом, то в постанове это 60% должно быть продовольствие, а остальные 40% это уже смешанный, да, там ассортимент, любой. Но 60% должны быть именно выкладки, должны быть продукты. То, як ну, ты можеш його закрити? Ти його закрити не можеш, ну, согласно постанові. І причому там жодної соціальної дистанції, там засобів, які є, не там вот. жодні, там нічого такого ну, ну, вот, абсолютно вот, немає. Вот, вот. Особливо би... та частина, яка на Преображенську, ну от ті ряди, які на Преображенську виходять, ну, просто. Ну, не, ну, просто это. Це ну, нереально при вот такому підході влади. Нереально такого добиться, чтобы все соблюдали. Потому что изначально был подход ну, неправильный. То есть тогда, когда опасности такой не было, людей сильно напугали. Люди не увидели ту опасность. Сейчас люди потихоньку понимают, что ну, действительно вот, ну, нет семьи, в которой вот где-то кто-то рядом не заболел. Ну, вот, э, я думаю, что у вас тоже много знакомых, которые переболели, да. есть такие, которые тяжело переболели. Угу. Поэтому, ну, то есть, тут отрицать, что это что-то непонятное, потому что вот тогда мы думали, что это просто вообще как-то что-то придумали, то сейчас мы это видим. Но вместе с тем, э, исходя из логики, ну вот как бороться с э, вот этой вот эпидемии, если ну, не будет налогов. То есть я ж, если я не работаю, я налоги не заплачу. Ну, я, я, я буду должен. У меня могут накладывать на меня штрафы, начислять пеню, отписывать у меня квартиру, но денег у меня не будет. Ну, да, вообще, я май, же их не заработаю. Заплатить. Да, я же должен буду. То есть на меня будет, я буду скатываться в долговую яму. Я буду понимать, что я качусь вниз, но если мне не будут давать работать, то я из нее не выйду. Чи багато підприємців отримали допомогу від держави, яку обіцяв президент у ці вісім тисяч, так і президент ще казав, що органи місцевого самоврядування мають підключитися там от Одеси 10, там з половиною мільярдів гривень бюджет? Чи допомагає влада місцева? Чи допомагає влада держави? Ну я от про місце, ну, про допомогу від місцевих власті, от в плані такої от фінансової я. Ну, Вы не... ничего, не что слышал. Нет. Да, я не слышал. Да, но я знаю, что мы платим единый налог на 50% меньше, чем его как бы должны были выплатить. Бы платить. Вот. Правда, это сделали еще в 2017 году но а, а вся украина все это время платили э, вот сто процентов mm -hmm. нам его скостили на 50 это был такой шаг вот поддержки мы кстати в этом тоже принимали участие чтобы ну бизнес как-то ну одесса это вообще город бизнесменов торговли и нам ну, надо это развивать а, поэтому в период когда пошла пандемия то ну, там уже было особо нечего и. Уменьшать. Угу. Что сделали? Что сделала область? Да, что сделала область в сократ... ну, тем предприятиям, которые готовы уменьшить аренду на уровень земельного налога? Им земельный налог будет ноль. Вот это нам Константин Геннадьевич Гой это объявил на нашей встрече. То есть они направили письма в ОТГ все. Це голова департаменту это глава департамента профильного, так? Это, нет, это профильный замгубернатора, uh -huh. который отвечает и за департамент экономики в том числе. Uh -huh. Вот. То есть вот, вот такая новость нас ждала уже вот в конце совещания. Ну от дивіться, ви спілкуєтеся з владою, щось там якісь послаблення дають, але загалом ну ніхто не, не збирається відміняти червону зону. І власне цю стратегію влада як використовувала щодо боротьби з коронавірусом, так ну напевно і буде. Тому що ми, як ми бачимо з цього досвіду, що, які ваші подальші дії, що ми, ви плануєте робити? Ми поки що зараз подождемо відповідь на, наш, на наше обращення. А коли, коли uh, обіцяють, що ну, буде? Ми, ми, ну, ми відправили, це ж письмо, воно йде на кабін. Ми прекрасно розуміємо, що, скоріше, вже тиждень прийшов. Так, да, відповідь буде, ну, відповідь без відповіду. Ну, да. Ми будемо збиратися думати. И вот Это такое, знаете, должно быть взвешенное решение, собираться нам опять ехать под Кабмин или нет. Мы бы хотели, чтобы мы на местном уровне договорились с властью о том, чтобы вот разработать критерии, при которых бизнес мог бы запускаться и работать. Вот мы сегодня с одним из рынков общались, они закрыли ворота и ну, вот не пускают. То есть там предприниматели заходят, то есть они ж, ну, у них аренду им не отменяли, они заходят на свои рабочие места и там как-то пытаются э, обзванивать своих клиентов, выносить им за территорию рынка э, свои там какие-то вот, товары, да, там строительные материалы, там через интернет пытаться продавать и за территорию рынка выдавать, как вот, как новая почта. Mm -hmm. Но что происходит? То есть вот в самом деле вот такая вот такая тактика э, рынки закрыты, да? работает новая почта. Вот, то есть строительные материалы мы можем купить где? Можем купить в эпицентре сегодня, да, то есть потому что там сильная юридическая поддержка у них. И можем купить на новой почте, то есть получить. Создается такое искусственно узкое горло. Люди стоят в очереди. В ожидании того товара, потребность в нем, она же не пропала. Жизнь продолжается. И вместо того, чтобы бороться с коронавирусом, они стоят в очереди, в которой они заражаются. Ну да, ты еще увидел у них новые пошты. Правильно. Поэтому, была, поэтому мы и говорим, что, угу. коллеги, то, что вы вот, вводите вот эти запреты, они приводят, наоборот, к ухудшению ситуации. Мы из красной зоны никогда не выйдем, если вы будете бороться с пандемией вот такими способами. Ну выйдем? Почему не выйдем? Кто-то все перехвореют, кто-то умрет, ну, кто-то выйдущая. Ну, 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 не, вот... ну, не, ну так правильно. Но это же такое, знаете как вот я. <с ну, <с там, да. кто выживет, то и будет жить. Угу. Вот так. Вот, так, и вот так. То есть такой подход, он ну это не цивилизованный подход. Ну на цій оптимістичній ноті, напевно, будемо на сьогодні завершувати. Да, будемо сподіватися, що влада вас почує. Я думаю, що не останнього разу з вами спілкувалися. Будемо чекати вас знову в нашій студії. Я вам дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Вам спасибо. У нас студії був Борис Емельдеш, голова громадської організації, всеукраїнська професійна асоціація підприємців. Спілкувалися про життя малого бізнесу під час повного локдауну. Студію провів Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером.